Мальты. Меня часто спрашивают о том, как я могу так позволять себе часто путешествовать, заниматься любимыми делами, быть всегда позитивно улыбчивой. Ребята, я хочу открыть вам секрет. На самом деле есть действительно такие фишки, такие финансовые инструменты, которые позволяют путешествовать и оставаться с деньгами. Любые траты, растраты превращают в доходную часть. Друзья, уже находясь здесь, в Италии, но сейчас это Мальта, вчера прилетели, я узнала о том, что мой руководитель, он инвестор-практик, миллионер, имеет свой коттеджный поселок в Таиланде, что он прилетает в Ростов. И я очень переживаю, потому что у меня будет всего лишь 2 дня на то, чтобы я могла собрать зал. Этот человек привык к большим аудиториям. Поэтому, друзья, я прошу вашей поддержки. Во-первых, придите, я буду вам очень признательна, потому что мне нужно, чтобы было много людей. И, во-вторых, я хочу вам обещать, гарантировать, что это действительно будет очень полезно, очень ценная встреча. То есть никакой воды, только факты, полезные инструменты, которые вы будете применять в своей жизни. Поэтому я жду от вас. Да, Лариса, мы будем. И я вам признательна и верю, что мы с вами еще попутешествуем, побываем не в одной стране. Жизнь прекрасная!